Это самое необычное видео с круглыми тоннелями в Майнкрафте. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбэк, и сегодня мы посмотрим на новые круглые тоннели в Майнкрафте. Смотрите, здесь у нас 5 новых интересных персонажей. Это Пигги, это Трубоголовый, Бан-Бан, добрый какой-то, но он на самом деле очень злой, Ванесса аниматроник и Луна аниматроник. Ну что ж, давайте начинать, ребяточки. Я предлагаю пойти, кому же мы отправимся? Давайте пойдем с первого зеленого тоннеля к Луне. Ну что ж, запрыгиваем сюда и погнали в портал. Такс, ого, гигантская вонючка. Ой, Пигги-паук, Луна, что здесь происходит? Как тут много монстров. Давайте с ними всеми сразимся. На тебе, получи, паучок. Отлично, с этим справились. Смотрите, какой огромный. Фу, как от него воняет. Ай-яй-яй, так, сейчас я в него попаду с пулемета. Эй, ты, подошел ко мне. Ой, у него красные глаза. На, получай, вонючка. Отлично, проходим сюда. Здесь они какие-то статуи строят. Что это такое? Что за мемориалы? Так, на, получай, монстр, иди-ка сюда. Сейчас я со всеми справлюсь и поймем, что делать дальше. Куда мне вообще нужно идти? Я так понимаю, что пройти дальше нам нужно будет здесь найти ключ. А, Луна, где ключ? А ну давай, признавайся, куда ключ спрятали. Ага, я, ребят, победил всех монстров, но ключ я не нашел. То есть он спрятан где-то здесь, что ли? Так, может быть, его наверх запрятали. Давайте посмотрим. Сейчас я пройдусь по краям, поищу ключик. А, по-любому они его где-нибудь здесь спрятали. Может быть, кстати, мы найдем с вами секретную комнату. Было бы очень круто, ребят, если бы мы секретную комнату нашли. По-любому она где-то здесь есть. Так, мне кажется, ключ находится где-нибудь с края, потому что это самое такое... легкое место, куда можно было его спрятать. Нет, ключа здесь нету. Ребята, куда они его могли спрятать? Ах, мне нужно найти этот ключ, иначе я не смогу пройти дальше. Так, а если мы вот здесь сломаем? О! А я нашел четырил. Скорее всего, один из этих монстров скушал ключ. Поэтому мы сможем вот просто так пройти сюда. Ой, у вас тут какая-то гримерочная. Смотрите, можно вещи примерить, посмотреть. Очочки вон там, смотрите, какие красивые очки. Ну ладно, окей. С этим мы сейчас посмотрим, разберемся. Только сперва нужно подраться с монстрами. Давай, охотник, тем, получи. Иди-ка сюда, Ванесса. Я с тобой разберусь. Ты думаешь, я тебя боюсь, что ли? Да нет. На, и тебе тоже. Все сегодня у нас получат. Каждый из этих монстров. Шериф, подошел, давай. Один на один. Будешь со мной драться? А, он за мной бежит. Он за мной бежит. Я его зря дразнил, ребята. Так, ладно. Короче, я беру меч и иду с ними прям вплотную драться на кулаках. Ну, они будут на кулаках, а я буду на мечах. А я могу какие-нибудь очки примерить? Тут есть зеленые вот такие с бликом. Смотрите, вот это самые крутые. А, если вы девочка, вам подойдут розовые очки. Я вон те хочу. А как их взять? Ах, ладно, они походу нарисованные. Ладно, давайте потом примерим очочки, а мы пока что пойдем сражаться дальше с этими монстрами. Здесь совсем не... вон, там какая-то секретная дверь, ребят. Сейчас мы туда придем. Сейчас я вот этих Shadow и Анжелу Икзи победим. Отлично. Давай, Бан Икзи. Подошел сюда. Сейчас я с дробовика в тебя попаду. Отлично. Что у нас здесь? Ох, у них прям реально магазин целый свой. Смотрите. Здесь можно примерить штаны, футболочки всякие, накидочки. Круто! Это был какой-то магазин, ларек, смотрите, но эти монстры здесь все захватили. А, вон, даже банкоматы стоят, можно здесь все рассчитаться карточкой. Все, ладно, пойдемте дальше на следующее испытание. Ух ты! Акула? Ребят, это водяная акула! Она меня не покусает? Эй! А, нет, она кружится по кругу, она, может быть, она добрая. А вот здесь Бан-Бан стоит, и всякие соседы, миньоны, где? Вот они злые. О, тут какой-то Мишка катается, смотрите. Прикольно, Мишка! Ай, кто меня бьет? А, это Бан-Бан.
Ты, Бан-Бан, ты тоже на эту попался на ловушку, да? Я вот тоже чуть не попался. Я случайно в акулу попал, но она сейчас, наверное, встанет. Э, сосед! Ха-ха-ха, сосед тоже попался в ловушку, теперь ты будешь вечно там кататься. Ладно, сейчас мы его как-нибудь попытаемся победить. Ну, а тебе? Главное саму на вот эти двигающиеся дорожки не вставать. Да как в них бить-то? Это очень сложно, ребят. Меня пока не получается их никак побить, не знаю. Вот видите, они на дорожке встают и мешаются мне потом. Так, давай-ка, на тебе. Главное по акуле не попасть, она добрая. На, получай, получай, получай. Так, давай, миньон, давай иди сюда. Отлично. Э, ты где там? Пап, длинные ноги. Ты что тут, застрял что ли? Эй, отлично, я могу тоже на этой штуке покататься, прикольно. Так, вон там осталось у нас сосед и Бан-Бана победить. Давай, соседушка и Бан-Бан, получайте монстряги. Сейчас я вас перезаряжу пушечку и обоих вас побью. Отлично, ребяточки, с монстрами справились, остались только, ну, это добрые акулы, их трогать не надо. А давайте пройдем дальше, что у нас здесь? Нам нужно открыть одну из этих дверей. А для этого нужно взять лук и стрелы. Окей, давайте это сделаем. Мне, кстати, пушки бы перезарядить было бы хорошо. А, я понял, нам нужно зажечь вот эти вот фонари. И тогда нам дадут ключик к этой двери. Вот где надо было найти ключ. А я его раньше искал, думал, как пройти. А его, оказывается, здесь надо было найти. Ну, это ладно, сейчас мы найдем, с этим я справлюсь, я думаю. Так, осталось совсем немножко, смотрите, пару фонарей зажать, зажечь, и тогда у нас все получится. Так, отлично. Где мой ключ? Эй, обманщики, я все зажег, я все честно прошел. Где мой ключ? Так, может быть... Опа! В смысле? Меня опять кинули на ключ, ребят. Это испытание мне сегодня уже не нравится. Ключ реально не дают. Ладно, придется идти старыми методами. Ха-ха, мы просто обойдем систему. Ух ты, здесь много монстров и пустота. Под нами ничего нет. Смотрите, если туда упасть... Иу, бесконечность. Ладно, туда лучше не падать, друзья. Я предлагаю поставить здесь точку возрождения на всякий случай, мало ли мы упадем. И попробовать пройти это испытание. А, так, я предлагаю аккуратненько спрыгивать. Синий, давай, лети вниз. Сейчас мы его туда скинем и перепрыгнем на этот уровень. Отлично. Так, ты, Хелпи и Сиреноголовый. А вот Сиреноголовый полетел вниз. Все, он больше не вернется, мы просто его победили навсегда. Чику тоже давайте победим, перепрыгнем сюда. Аккуратно, ребят, тут реально высоко. Тут очень высоко, и мы стоим над пустотой. Там просто ничего нету. Здесь еще остались Рокси, Кролик Бонза, Оранжевый и Том Икзи. Ну, сейчас мы с ними разберемся. Мы перепрыгнем вот это вот, аккуратно. Слушайте, паркур вышел на новый уровень. Ладно, там над лавой. Ну, в лаве еще можно зелье выпить и урон от лавы не получать. Но вот в пустоте, то есть над бесконечностью, это, конечно, страшновато прыгать. Ну ладно, сейчас мы пройдем это испытание. Ничего страшного, мы справимся. Мы почти дошли. Главное не упасть в самом конце. Все, мы справились, ребят. За такое можно лайк поставить. Я обычно я всегда падаю. Я ведь нуб в паркуре, но сейчас мы справились с вами. Так, что у нас здесь в сундуках? О, это моя награда! Это моя награда, я чуть-чуть возьму. Тут прям набитые золотом и алмазами сундуки, класс. А, так, ну ладно, давайте пройдем дальше, посмотрим, что у нас здесь. Это Пигги, мама длинные ноги и Соник Экзи. Как тут много монстров, серьезно. Я уже устал с вами со всеми драться. Иди сюда, подойди. А ты тоже, давай, давай. Мама длинные ноги, я тебя не боюсь. Ай, давайте, идите, идите ко мне, все по одному. Так, чтобы пройти дальше, нам нужен какой-нибудь ключ. Или кнопка, или что-нибудь такое. Что это у нас разноцветные кресла? Розовые. А, нам сюда их надо расставить, да? То есть, давайте попробуем. Сейчас я пока пушки отложу. Голубое, синее, вот, синий цвет мы поставим сюда. Кресло, здесь у нас что? Желтое кресло сюда. Ребят, реально прикольно. Розовый, зеленый. Розовый, сюда розовый. И зеленым, зеленый. Все,
Так, что у меня там открылось? О, дверь пропала, отлично, мы можем пройти дальше, класс. А, стоп, подождите, здесь еще много монстров. Так, на тебе, Пикстер. Это что за луна-пауки? Бонни, давай ты там немножечко посидишь, на шипаха, я пока что сражусь с другими монстрами. Мне тут надо вас всех каким-то образом победить, и я пока не особо понимаю, как. Реально много-много монстров. Так, ладно, я возьму пулемет, быстренько это сейчас перезарядим и отправимся сражаться с вами. Эй, ты, гигантский монстрега, получай, на тебе. Ой, там Соник в конце, это добрый Соник. Надо до него добраться. Сейчас мы с ним поговорим. Эй, ты, Луна, получи. Ой, я устал уже драться с монстрами. Их реально бесконечное количество. И Бонни тоже вот так вот. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Давай, получай уже. Отлично. Соник, привет. Здорово, собак. Привет, а я давно тебя искал. Слушай, это действительно классное испытание было. Мне все понравилось. Что у нас здесь за дверью? Давай посмотрим. О, это портал дальше. Все, Соник, я побежал. Погнали. Так, ребятушки, возвращаемся обратно. Фу, это было действительно классное видео. Вот такие вот круглые тоннели мы сегодня посмотрели. Обязательно поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Пишите комментарии. С вами был Зомбак. И всем пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.